Ты, я не понимаю, что мы эту чепуху развели, а? Я, короче, быстро сейчас вам отвечу на все вопросы, и мы пойдем домой. Ведь, как говорится, все гениальное быстро, кроме моего перепихона. Как будто мы не знаем. Поехали. У меня паническая атака. Найди паническую защиту. Что делать, если я толстый? Встань в футболе на ворота. У меня завелись вши. Хватит их возбуждать. Ну. У меня появился ячмень. Заключай зерновую сделку.